Крыса, ребята, видите, на дереве. Люди ходят, она не боится. И снимает кольцо для птичек, которое повесила. И жрет от него еду птичью. Вот она опять, видите, вот я сейчас показываю, прям видно. Кольцо на дереве. И она его терепещет и лапками отрывает от него еду. Я теперь знаю, кто жрет еду птичью. Посмотрите. Крысы, лазящие по деревьям. Я такого не слышала никогда. Никогда не думала, что крысы поднимаются по деревьям. Хочу сейчас немножко снять, вам показать, как она... Опять она его... Он трепещет, она им тяжело. Вот она спустилась. И опять поднялась, и опять немножко схватит его. И опять лапами это... Вот она его держит, кольцо. И с него срывает. Да, она сейчас его... Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Купила я на свою голову. Для птичек оказалось, для крыс. Кто... Я никогда в моей жизни, ребята, вот сколько живу, я не видела здесь за 31 или 32 года, чтоб крыса залезала на дерево. Ужас какой. Кто не видит, маленькое дерево вот передо мной. Там висит колечко, и вот она его сейчас держит в ручках. Я не знаю, как это получено. В ручках своих. Причем, ребят, шас. Проходят люди, проезжают машины, она не боится. Сейчас около часу дня, и она вот это орудует здесь. Наглость. Одно кольцо сожрано. Я еще думала, наверное, птички съедают. Вот кто и ест. Приручила. Кое-что сняла? Да вроде да, идет. Надо посмотреть. Я надеюсь, что съемка получится, потому что такое не снять. Это вообще. Сейчас что она делает? Она жрет. Да. Внизу? Вверху она сидит около кольца и жрет. На дереве? Да. Продолжает. Да, уселась хорошо ей, удобно. Опять пошла брать из него. Вот она его схватила. Вот человек проходит, человек, он даже не видит, не видит, что крыса сидит. А испугалась, она вниз побежала. Испугалась. Ребят, смотрите. Смотрите, она опять поднялась. Опять сейчас теребит этот. И жрет. Слушай, кольцо. Она быстро бегает. Посмотрите, ребятки. Ну такого, ну сколько я живу. Ну нечестно, ну не могу я. Ну это просто аномалия. Крысы стали лазить по деревьям и жрать. Хотя здесь еды, говорят, миллион. У нас вот сколько выбрасывают на улице. Рядом помойки. А она, ей понравилось кольцо для птиц. Там жир и эти семечки. Требит его, жрет. Она мышь похожа немножко, но это крыса же, да, она большая. Она похожа на мышь. Нет, это крыса огромная все равно для этого. Она больше чем-то показала. Мама, вот я смотрю, просто морда неуродливая. Ну, противно все равно. Крыса из крысы, ребят. Лапочками оторвала и сидит своими лапками и жрет. Не говори, тут лапочки. Шайца это. Лапочки. Да, ребята, вот так вот. Век живи, век учись. Дожили, что крысы сейчас лазят по деревьям. Птичка прилетела, вверху сидит вон. А ей хочется. Вверху сидит и смотрит на крысу. Воробейчик, ребят, вверху самом, кто видит. Самое вверху дерево. Сидит воробей и смотрит вниз. Люди вон проходят. Смотрите, прошла женщина. И самое главное, что интересно, вот проходят люди, а им всем они смотрят только в одну точку. А крыса перед ними полазит. Что-то это, и уже никому ничего не надо. Опять она отрывает. Вон повисла на ней. А какая она проворная. Как она быстро залезает наверх, да? Проворная. Потолки вылетела. Вот так вот оторвет, то, что да. Это она... Голод не тетка. Да. Да очень быстро. Сейчас еще парень идет. Она, интересно, уйдет? Нет, не уходит. Сидит. Рядом парень проходит и не видит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, парень прошел, зашел в наш подъезд и все. И даже не видел? Неа. А ей плевать, она он опять жрет. Хотела бы сказать,
ему: «Эй, парень, ты посмотри, чего ж ты испугался, Вера?»